Ученые Нортумбрийский, вот такой вот университет есть, между прочим, провели исследование, посвященное танцам. Ведь что может быть привлекательнее, чем мужчина в танце, дорогие друзья? Сашенька, выходи сюда, выходи, давай посмотрим. Вот на эти исследования. Они что сделали, эти ученые Нортумбрийского университета? Они сделали, что? Во-первых, костюмчик специального. Когда ты и так хорошо. Да, костюмчик. Нескольких мужчин заставили потанцевать, ну там костюмчик с датчиками. А потом не мужчин показывали женщинам, а вот этот вот манекенчик, да, вот как аватар, да? И спрашивали, какие движения наиболее привлекают девушек. Так вот, Саша, оказалось, что это следующее движение. Мы сейчас будем показывать, собственно говоря, и вы привлекаетесь, дорогие друзья. Итак, пусть Милена. Подруги, вернее. Хорошо, Милена, читай. У тебя та же самая информация есть. Убирай. Еще секундочку. Да. Освобождаем руки, освобождаем ноги. Размялся? Готовьтесь погибать от прекрасного. Так, давай, Милена. Ну. Итак, да, Миленочка, давай. Большинству женщин, оказывается, нравится, когда в танце партнер вращает торсом и головой. А чем с торсом? А также часто наклоняется. Каким-то таким. Подожди. Самым же оригинальным оказался вывод о том, что женщины склонны реагировать на движение правого колена. Наклоняется, да, еще? Наклоняется, да, я сказала. Вращая головой, ты должен наклоняться. Вращает головой, торсом и наклоняется. Так, и что еще, подожди, и правое колено. Но самое удивительное, и вот на что склонны реагировать женщины, это движение правого колена мужчины. Мальчики, вы так похожи на Элвиса Пресли. Наклоняемся. Вы привлекательны, нет? Наклоняемся. Кстати, ничего, так нормально это получается. А если левым коленом? Левым нельзя. Левым сразу отвращение, все. Отвращение, все, отойди от меня. Давай еще разочек, подожди, хором давай. 3-4, поехали. Головой, Саша, начинаем с головы. С головой. Теперь торс добавляем. Торс добавляем, и наклоняемся. И нога. Да, дорогие друзья, вот, собственно говоря, так вот эти вот несложные движения, буквально на остановку с утра вы ходите, и все, все девушки ваши. Так, ну, я думаю, продолжим, да, разговор? Милые дамы, прежде всего, милые дамы, вот мне хочется голосование объявить. Вот это восхищает или смешит? Подожди, стой, вот это. Стоп, подожди. Во-первых, здесь были два неспециалиста. Потом, очень важно, Милена, количество женщин в зале кардинально отличалось от того, ради которого мы бы сильно старались с Виктором. Вы сильно стараетесь, потому что вы вещаете. Давай, подожди, давай сформулируем вопрос иначе. Когда мужчина танцует, женщина, и вот что с ней происходит? Восхищается. Или плачет. Смеется. Или смеется. А мы, друзья, сегодня проверяем опытным путем достоверность теории британских ученых, которые доказали, что, оказывается, большинству женщин нравится, когда в танце партнер вращает торсом, головой и также часто наклоняется. И колено не забудь. Так, что? Правое колено. Ну, конечно, я давайте остановился. Давайте музыку, мы готовы. Да. И мы особенно они обращают внимание на правое колено мужчин. А, уже внимание семерых, да, телезрители? Семерых, привлекли. Сейчас попробуем давай. Больше. Давай, голова. Музыка, да. Подожди. Тут прощать надо быстро. И ногой. Колено, мальчики. Слушай, колено на уровне глаз как-то надо держать. Вот для чего это все. И тут корпус пошел. Вращаем. И нагибаемся. И колено пошло. Вот так. Гениально. Боже. Дорогие, милые дамы, мне хочется сказать, восхищает вас это или смешает? Да не это, что не это? Это хорошо, на примере вас. Это безусловно восхищает. Когда мужчина танцует, вы восхищаетесь или смеетесь? Ну, а мы продолжаем наше зажигательное танцевальное шоу. Вот уже хореограф, танцмейстер к нам пришел. А мы продолжаем доказывать торс, голова, частые наклоны вперед. Давай, и колено правое, голова, мальчики. Голова. Как ты и делаешь тут, а? Торс пошел назад, наклоны назад, и коленка, и вперед, и импровизация. Я только разошелся, ну как так можно, Саша? Это не может не восхищать, и не смешить, конечно, тоже не может. В смысле? Подожди, это обязано просто восхищать. Когда мужчины танцуют, женщины восхищаются. Спокойно, дети спят. 40 также считают, что это восхищает. А
86 восхищенно смеется. Саша, мы, по-моему, не дотанцевали, пошли. Мальчики, ну пошли дальше. Это было хорошо. Спасибо. Ну, а мы продолжаем наше зажигательное танцевальное шоу. Вот уже хореограф-танцмейстер к нам пришел. Доказывать торс, голова, частые наклоны вперед. Давай, как и здесь? Колено правое, голова, мальчики. Голова. Как ты и делаешь тут, да? Торс пошел назад, наклоны назад. И коленка. И вперед. И импровизация. Я только разошелся. Ну как так можно, Саша? Это не может восхищать. И не смешить, конечно, тоже не может. В смысле? Подожди, это обязано просто восхищать. Когда мужчины танцуют, женщины восхищаются. Спокойно, дети спят. 40 также считают, что это восхищает. 86 восхищенно смеется. Саша, мы, по-моему, не дотанцевали, пошли. Мальчики, ну пошли это, дальше. Это было хорошо. Спасибо.